Сейчас мы находимся в селе Кукташ Баткенского района. Данное село граничит с Таджикистаном. Продолжаются выстрелы уже несколько часов. Вообще конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана начался вчера. По информации погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона самовольно установила видеокамеру на водозаборе. Когда потребовали убрать видеокамеру, власти Таджикистана они никак не отреагировали. Вот мы же, а мы же! Вот мы же, а мы же!